продают цветы, чтобы оплатить коммунальные. А если повезет, то и купить поманы и еду на праздник. В последние дни центральную площадь Бельц и остановки буквально заполнили пенсионеры в поисках дополнительного заработка. Десятки пожилых людей привезли самые разнообразные тюльпаны, нарциссы, георгины и другие весенние краски. А скоро в продажу поступят сирень и пионы. Уна, да? Ну, чинчан. Чинчан способ. 66-летняя Марина Бабыра приехала из села Пырлица Фалежского района. Она привезла не только декоративные, но и лечебные цветы из своего огорода. Чтобы не вернуться с ними домой, продает их по символической цене. В преддверии Радоницы торговля идет немного лучше, говорят пенсионеры. Люди покупают не только букеты, но и цветы с корнем. И пленуло мне делали. Деще пенсии не имеете, но не дал моей маре пенсии. А пленуло же тебя еще. Называется она «Царская корона». Продаем по одной штучке. 10 штучек. Иногда берут, иногда ждем, куда денешься. Некоторые бельчане отметили, что покупать цветы у пенсионеров стало для них традицией. Там кумпарат кучапок время с фибо фрумос в градину. Шам кумпарат дела ом для касы. Нам кумпарат дела селекция дусы. Toate de la om, de la noi, din Moldova. Sunt flori frumoase de la bunei, amintiri de bunei. Și trebuie de ajutat cumva. Cu un gest de a cumpăra. Și ce cumpărați de obicei? Flori, ceva mărunțușuri pentru casă care îmi aduce aminte de copilărie. По данным Национальной кассы страхования, с 1 апреля этого года пенсии и соцпособия были проиндексированы на 15%. Это в два раза ниже уровня инфляции на конец 2022 года.